Областной этап конкурса «100 идей для Беларуси» собрал на одной площадке юных изобретателей со всего Берестейского края. 25 лучших разработок в сфере медицинского обслуживания, робототехники, социальной политики, сохранения историко-культурного наследия и многих других были представлены на суд общественности и компетентного жюри. Лучшие из лучших уже скоро представят область на республиканском этапе и поборются за место в десятке сильнейших. Но и тем, кто не окажется в числе финалистов, расстраиваться не стоит. Данный научный марафон – это бесценный опыт и еще один шаг на пути к заветной цели. Ребята посмотрели возможности друг друга. Важно, что эти возможности очень разноплановые. Здесь целый ряд на выставке представленной были и социальные проекты, волонтерские проекты. Хотелось бы, чтобы больше было разработок технического направления, технического плана. Но даже то, что было представлено, оно довольно применимо. На республиканском уровне достаточно серьезно работает совет республиканский с представителями ведомств, значит, структурных подразделений министерств, экономики, которые сейчас на данном этапе идет конкретное предложение по реализации. То есть сказать то, что пошел прямой поток финансирования и уже в стадии непосредственного воплощения, да, я не могу. То есть сейчас, но возможность в дальнейшего продвижения, описания, экономической целесообразности, это все есть. Берестейские изобретатели уже были отмечены на республиканском уровне и получали гранты на реализацию идей. К примеру, в прошлом году свои научные изыскания смогли убедительно обосновать разработчики проекта по выращиванию грибов-вешенок. Суть инновации в существенном удешевлении процесса производства. У нас на территории города Белозерска располагается электростанция. Имеется два сбросных канала, куда поступает теплая вода с работающих блоков. И вот на базе этих сбросных вод мы хотим организовать собственное производство по выращиванию грибов-вешенка. То есть используя воду как основной ресурс. То есть мы можем получить прибыль при минимальных затратах электроэнергии. Среди тех проектов, которые соревнуются в настоящий момент, также немало интересных, а главное – полезных разработок. Изучая опыт своих предшественников, ребята с каждым годом вносят на рассмотрение все более взвешенные и экономически просчитанные идеи. Ведь воплощать в жизнь результат полета научной мысли целесообразно только в том случае, когда он имеет перспективу развития и социально-экономическую значимость. Я здесь представляю студенческую исследовательскую научную лабораторию робототехники, в которой я занимаюсь с многими студентами, ну и преподавателями. На этой выставке мы представляем два проекта. Один проект – это катер-глиссер, который планируется использовать для построения карт водоемов и, возможно, замеров там воды и так далее. Этот робот, он планируется для исследования подземных коммуникаций, исследования различных, для применения различных археологических исследований. Также его можно применять для различных, как автономную станцию для сбора различных данных, где не подходят статические датчики. Активный диалог с молодежью был продолжен и за пределами выставочной площадки. В рамках республиканского проекта «Молодежь Беларуси. Традиции и будущее», который стартовал в начале сентября текущего года. В настоящее время уже проведено около 300 встреч, в которых приняло участие более 5000 человек. Такая форма встреч молодежи с представителями различных организаций и ведомств, а также власти на местах, способствует налаживанию успешного диалога, который, в свою очередь, является первым шагом к решению имеющихся проблем и взаимовыгодному сотрудничеству. А это основа социально-экономического развития края.